Электронное предварительное голосование стартовало на сайте pg.er.ru в полночь по московскому времени 20 мая. Оно доступно в том числе для жителей Одинцовского округа. Регистрация избирателей на портале предварительного голосования доступна до 24 числа включительно. Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил высокий интерес к процедуре среди участников.